Разыгрались чувства не на шутку. Здесь и страсть, и боль, и злость. Заслонясь экраном, начинались шутки, а невольно все переросло в любовь. А любовь, она реала просит. Невозможно чувства сохранять, каждый день играя у экрана. Сложно собеседника понять, то грустит, то шутит неуемно, то часами ждешь его ответ. Нет, устала не на шутку письма слать и ждать на них ответ.